пришел домой? Да, я тут что-то разбиралась в игрушках, не услышала, как ты вернулся. Смотрела, какие у нас есть игрушки, и планировала, в каком цвете мы сделаем в этом году нашу елку. Ты тоже заходил в магазин игрушек? Ух ты! Это... Вот, вот это хорошо! Игрушек много не бывает. Это хорошо. Ну давай посмотрим, что ты принес. Сейчас я уберу это. Ну, у нас с тобой несколько, оказалось, что есть несколько коробок с игрушками. У нас есть целая коробка с мишурой и целая коробка с елочными шариками. Да, так что, в принципе, украсить мы сможем. А ты что принес? Ой, ты тоже поднес и игрушки, и какие-то украшения. Круто. Очень-очень-очень здорово. Какой пакетик красивый. Где же только нашел? Так, давай я сейчас все вытащу и посмотрю, что ты понавыбирал. О, смотри, у тебя снежок здесь. Вот так. Да. Там метель, что ли? Серьезно? Да, да, ты вообще, ты весь просто в снегу. Ну ты хотя бы не замерз? Ты ж в шарфике ходил. Молодец. Не, ну а кто тебя знает? Это ты так при мне шарфик одеваешь, а один-нибудь, когда выходишь... Да, да, да. Все мы еще дети. Хоть вроде уже и взрослые, но все еще дети. Как мне это все аккуратненько вытащить? Ух ты, сколько всего! Ты тоже думал, что украсим в красном цвете? Да, я тоже. Я тоже. Вот я смотрю, что ты взял очень много красных игрушек. Я тоже думала о красном цвете, потому что год петуха будет, и везде рекомендуют в красных или золотых тонах. Угу. Вот видишь, мы даже с тобой одинаково мыслим. Так. Сейчас я сразу все достану. Хочу пакетик получше посмотреть. Ух ты. Очень красиво. Да. Да-да, прям как я люблю. Такой серебряный. Серебряный, красивый. Ну, действительно, вот новогодний пакетик. Вроде бы никаких атрибутов на нем Нового года нету, но согласись. Не, красивый ты пакетик выбрал. Можно потом будет, когда будем с тобой делать подарки, упаковывать нашим друзьям и родственникам. Вот можно будет его положить в подарки кому-то. Я смотрю, ты даже еще ни этикетку, ничего не снял. Ну или я его себе лучше оставлю. Потому что он очень красивый. Будем в нем хранить с тобой елочные игрушки. Ну а что? То у нас вот это там где-то нужно будет положить. Не-не-не. Хоть у нас будет все и в золотом и красном цвете, но серебряный, он ассоциируется так со снегом, и поэтому очень красиво. Так, ну-ка, что ты еще принес? О, да. Красные и золотые. Ну, говорю же, будет у нас елочка с тобой в этом году в красном и золотом цвете. Здесь даже упаковка вся золотая. Красиво, красиво, красиво. А можно я открою? Мне интересно пощупать их. Ну ты меня знаешь. Я не могу долго это все держать закрытым, потому что вроде так, конечно, все красиво хранится, но хочется пощупать и посмотреть, что там. Как они здесь запечатали хорошо. Сейчас мы с тобой посмотрим, какие там игрушки.
обожаю, чем Новый год, то что любая игрушка, она несет какую-то свою волшебную атмосферу. Нет, ну серьезно. Я не сказочница, нет. Ну просто. Ну посмотри, какие они красивые. Как сережки. Нет, ну это довольно большие сережки. Но на елочке будет красиво смотреться. Можно будет еще украсить нашу комнату где-нибудь, чтобы тоже висели так красиво шарики. Ну да. Потому что у нас целая коробка с тобой шариков. Да, потом к старости у нас с тобой будет просто море коробок. Если раньше хотя бы стеклянные были, и они могли там побиться, что-то такое, то сейчас с этими пластмассовыми долговечны как никогда. А тут такие колокольчики. Ну, смотри, колокольчик красивый, но жалко, что он звонить не будет. Ты другое что-то принес, что будет звонить? Нет, я знаю, что они раздражающие, потом еще что-то, но... Зато здесь видишь, как выгравировано? Приятно пальчиком. Угу. Да. А еще что-то? Звездочки. Ой. С них сыпятся блестки. Ну все, наш код в этом году будет с тобой... В красных блестках, золотых и красных, если у нас с тобой будет все украшено. Смотри, я провожу, и они так. Ну что они не делают? Это забавно. Она такая легенькая. Черт. Красиво. А это? А здесь, смотри, маленький миниатюрный подарочек. Кстати, на самом деле сюда что можно и именно в такого формата сделать. Представляешь, много-много-много-много висит таких. А один из них действительно подарочек с сюрпризом. Ну и вроде как найти. Да, можно будет так сделать. Но правда боюсь, что придется их все перелопатить, и это, конечно. Елочка пострадает немножечко. Не, ну вообще идейка очень-очень миленькая, что это, конечно, подарок. Красиво. Не, ну очень мило. Вот эта мне коробочка очень понравилась. Здесь вроде их и не так много, но за счет. Потому что все они такие красивые, очень-очень-очень-очень-очень круто. Ладно, да, я знаю, что я капуша. Ну, смотри, какие ты красивые все игрушки набрал. Конечно, хочется посмотреть каждую подольше. А это что? Это там звездочку купил? Блин, ты такой молодец, боже, спасибо тебе. Ты... У нас нету такой действительно звездочки. Так, сейчас я аккуратненько вскрою. Да. Помнишь, у нас с тобой была эта верхушка, но... В общем, она кончилась. И как ее включать? Где? Ну, покажи. А, вот тут была кнопочка. Блин, а мило. Очень мило. Очень, это прям... Она так одевается и будет светящаяся макушка. В нее вот так, да, нужно будет стоять? Да. И на елке она будет так светиться. Блин, очень интересно. Ну, попробуем в этом году со светящейся макушкой. Да, у нас есть два гирлянда, так что весь дом будет у нас гореть огоньками. Да, можно будет не включать верхний свет, а просто пользоваться всеми ими. Не, красивая. И тут просто так кнопочка и все. Спасибо. Ты большущая, молодец, серьезно. Вспомнил то, что нужно было. Так.
А здесь... А здесь тоже... Блин, смотри, здесь тоже подарочки. Да? Так, и как мне ее открыть? Ну, ладно. Я ее тоже порежу. Чтобы... Ну, да. Возможно, можно было по-другому. Если что, я опять обратно заклею. Если мы здесь будем их хранить. Не переживай. Шишечку. Смотри, шишечку положили. Ну, правда, пахнет оно как-то не по-шишечному. Я тебе скажу, понюхай. Да, те шишки, которые мы с тобой набрали летом, они как-то действительно шишечные. Это, наверное, она пропиталась запахом от игрушек. Но вообще все равно тоже миленько. О, как вариант, кстати, наши шишки можем взять и... Тоже здесь так приклеить, как они здесь сделали. И тоже повесить. Ну, посмотрим. Если будет в тему, то можем повесить. Почему нет? У нас тут довольно много их. Так что... Можно будет. Но вообще, миленько. Так, что тут еще? Тут другие шарики. Чуть побольше, чем те. Но тоже красненькие. Они будут хорошо в тему смотреться. Очень... Ну, они, конечно, все пластмассовые, но все равно, по-моему, очень даже симпатичные. И здесь тоже, видишь, такие выбитые. Приятно на ощупь трогать. А, красный желудь. И здесь тоже он такой. Ты не. Но будет мило. А еще что? Так, еще желудь. Еще здесь шишечка есть. О, звездочка. И давай я достану сразу. Так, и еще подарочки. Да, подарков много не бывает. Они милые, милые. И здесь, знаешь, здесь внутри просто кусочек пенопласта квадратного, которые они завернули в упаковочную бумагу. Можно наделать таких подарков очень много. У меня же был пенопласт, помнишь, я делала из него штучки. Так что можно будет, если красиво будет смотреться, то как вариант наделаю таких подарочков. И у нас они будут и под елкой, и так чисто декоративно. Ну да, а что? Красиво же будет. Кто-нибудь схватит и подумает, что это его подарок, а он открывает, а там пенопласт. Да ладно тебе. Не. А тут, смотри, такая звездочка. Ну, они все такие пластмассовенькие, но все равно довольно миленькие. И шишечка такая. Вот такие шишечки. Почему-то мне сразу вспоминается, знаешь, старые еще елки. Она, конечно, ну, раньше они были стеклянные, но все равно. Да, у нас есть там еще пара стеклянных игрушек. Да, можем повесить. Ну, сейчас я, наверное, их доставать не буду. Когда мы с тобой будем украшать елку, то я тебе их покажу. Ты же будешь со мной елку украшать? Ну да, ну это так волшебно. Давай. Обещаешь? Блин, спасибо тебе. Вдвоем намного веселее. Да. Так что мы с тобой украсим елочку вместе. Это будет очень-очень. Хорошо. Ты будешь командовать, куда что повесить. Я ничего не имею против. Так, ну... Тут еще остались они. Вообще миленькая такая коробочка. И здесь сразу разные игрушки. Очень хорошие, буквально. Если елочка вдруг маленькая, да, у нас есть, то таких две коробочки покупаешь в одном стиле, в одной гамме. И их вполне достаточно. Черт, ну вот эти штучки, они просто... Не знаю. Ну, милые, просто милые. Кстати, интересно, они отличаются от тех?
Да, внутри здесь немножко разные они. Здесь она такая голографическая, как будто, а здесь такой. Ты не обратила внимания на это? Ну, а вот мы, видишь, у женщины существа такие. Обращаем на такие мелочи внимания. Но каждый из них все равно красивый. Так что проверяй подарочки. Возможно, в одном из них будет твой подарок. А это ты что взял? А, эту елочку думаешь повесить на кухне, в коридоре или еще где-нибудь? Нет, ну, почему нет? Очень хорошо. Здесь сразу такой прям шаблон елочки, что удобно. Здорово. Ну да, можно было самим сделать из мишуры, но в принципе. Тут уже готово. Даже звездочки, смотри, понаклеивали. О, можно будет маленькими шариками, если что. Если вдруг будет в тему, я тоже буду красить, чтобы она была такая больше новогодняя. Да, мне бы все лишь бы украсить, ты прав. Милая. Просто вроде как мишура, а так. О, чёрт, какой же от неё звук. Слышишь? Да. А потрогай, как приятно. Вот чем мишура приятна, это вот то, что ковер такой. Но ковер на ощупь немного другой. А вот именно мишура, она такая. Угу. Кровать из мишуры. Ну что мы на ней делать будем? А, вот она то, что звенит. Боже, какая милота. Ну, да, наверное, оно может немножечко раздражать, если повесить там, где ветер. Но вообще... Даже вытаскивать не хочется отсюда. Ну ладно. Ладно. Да. Я не утеплю. Вот, сейчас я елочку освобожу сюда. Знаешь, не поверишь, мне вот эти колокольчики напоминают, что это как будто бы яблочки висят. Серьезно, смотри, похоже, как будто бы, знаешь, такие яблочки. Вроде не яблочки, а вроде похоже на яблочки. Ну, вообще звонит приятно, слушай. Слышишь? Да. Ну, ты прав, если все-таки долго будет висеть, будет раздражать, но как в таком месте повесить, где она не особо будет крутиться, то можно будет. Ты даже придумала, где? Да. Да, ты прав. Черт, ты такая умничка. Ты просто. Что бы я без тебя делала? Хорошо, ладно, заслужил. А еще ты там? Дед Морозик! Какой он красивый! Не, ну, конечно, с нашим, который, помнишь, мы с тобой делали, он не сравнится из бумаги, но ты такой милый! Добрый, такая добрая моська. Здесь он такой на ощупь приятненький. У меня тоже своя маленькая елочка. Ну да, можем его с тобой или поставить, или подвесить, как вариант. Как будет красивше. Ну вообще такой красивенький, очень красивенький. Угу. Да, видишь, какой он здесь на ощупь? Чувствуешь? Угу.
А здесь видишь совсем другой. То есть там, где у него ручки и ремень, он такой гладенький-гладенький. А вот тут вот, где такой шуршавенький, как раз за счет блесток. Да. Красивый. Здесь просто он картонненький, но вообще идея хорошая. В принципе, вполне. Берем картонку, вырезаем любого, а там дальше красим и посыпаем. Да. Но здесь уже изначально, уже милый. Уже очень милый. Какие-то нежности наприносил. Что там что-то было, да? А, да, вот, вижу. А это что такое? Это как шарик такой? Какая у него форма необычная. Сейчас откроем. Посмотрим, что там за шарик ты принес. Видишь, у меня с этими упаковками сложности. Что их открыть? Вроде как повредить не хочется, чтобы она осталась, если вдруг хранить там. Вроде как. Ах ты. Он тоже, да, пластмассовый. Угу. Надо будет нам с тобой как-нибудь пойти и поискать именно такие, знаешь, стеклянные шары. Зато здесь такой домик там. Чтоб у нас потом с тобой такой домик был. Ну да. Действительно, смотри, какой там красивый. Такой домик, весь заснеженный, призаснеженный. И снеговиков налеплено. Не, круто. Такой. Кстати, интересно. Интересно по нему стучиться. Так его подвесим с тобой. И он будет у нас висеть. Красивый. Да. Когда-нибудь такой домик где-нибудь. Кстати, смотри, здесь такие снеговички. Мы же с тобой пойдем в этом году снеговика лепить. Сможешь? Вот очевидненько. Потому что как Новый год без снеговика? Надо будет этой зимой обязательно полепить его. Да. О, ты еще упаковочную бумагу принес. Ну ты просто. Боже, да я тебя расцелую. Серьезно. Ты просто чудо. Я как раз думала, что. А во что мы будем упаковывать? Подарки-то. То есть. Я, конечно, там еще нашла. У нас какие-то с прошлого года упаковочные бумаги, то, что я покупала в течение года для всяких поделок, но ты просто чудо. Да, да. Не ухмыляйся. Хотя. Но бумага — это замечательно. Мы сможем с тобой упаковать наши подарочки, чтобы друзьям было приятно открывать. Ну, конечно, когда они запакованы, то ты не знаешь, что там, ты снимаешь фольгу, и потом там такой сюрприз. Mm-hmm. Да. Я думаю, что обязательно подарки должны быть запакованы, потому что, ну, а как иначе? Интересно, какая она? Я посмотрю? Ну, зачем спрашиваю, не знаю. Ну, а вдруг ты как-то хотел что-то по-другому? Так. Спасибо. Такая золотая и розовенькая. Вот как раз, смотри, золотая, но чтобы сделать подарочки. Значит, такими кругами какими-то. Гипнотическая. Да. Выберем с тобой подарки. Кто же решил, какие мы подарим?
Да, можно будет сходить туда посмотреть. Угу. У меня тоже есть пара идей, что можно подарить как и родственникам, так и... Угу. Давай тогда на следующих выходных сходим, посмотрим. Потом с тобой их упакуем, чтобы они у нас были с тобой упакованы. Угу. Согласен даже мне помогать? Так, хорошо, посмотрим. Это тебе, возможно, скучно будет, пока я буду возиться и запаковывать туда-сюда. Ну, елку мы с тобой точно вместе украшаем. Обещаешь? Дай мизинчик. Да. Да. Все, ты мне пообещал. Елку мы с тобой вместе украсим. Угу. Вообще-то накопила очень море всего очень классно. Так что я, смотри, сейчас это все разложу, беру пока в ящички. Угу. Да, до момента, как елку будем украшать. Потом мы с тобой достанем это все и украсим елочку. Ну, еще пока, я думаю, рановато. Все-таки хочется чуть ближе к Новому году. А то, смотри, она у нас потом будет стоять, она нам успеет надоесть. Уже будет не так волшебно. Вот. Ты пока в душ пойдешь? Ну, хорошо. Иди мойся, чтоб вышел чистеньким. Да, я тоже потом все это уберу и тоже пойду в душ. Хорошо. Нет, ты правда большой молодец. Потому что ты выбрал. Именно подгадал. С тем, что нас с тобой как раз таки не хватало и что нужно было. Спасибо тебе. Вот. Ну ладно. Я тогда буду все убирать. А ты иди в душик. Грейся. Хорошо? Не пойдешь, пока не поцелую? Ну ладно, иди сюда. Ой, смотри, у тебя еще волосы до сих пор мокрые. Вроде же столько просидел в комнате, в тепле, а волосы еще мокрые. Все. Живо иди мойся. Смотри, все мокрое. Тебе нужно помыться и вытереть все. Угу. Да. Да. Вот. Смотри, до сих пор все мокрое. Не дело. Да. Хорошо, давай. Я пока все